Тема 714. Домашний мини-завод по переработке пластика. Хотели бы вы почувствовать себя творцом и изготавливать у себя дома, или в гараже, разные полезные для быта вещи? Причем, делать их практически из того, что валяется под ногами, пластиковых бутылок. Практически из ничего, потому что они ничего не стоят. Вернее, из бесплатного мусора, который валяется везде. Один умелец, Дэйв Хоккинс, решил вам помочь и разработал для вас специальный мини-завод по переработке пластика и изготовлению из него разных полезных вещиц. Такой заводик можно собрать из доступных материалов практически в любой местности, всего за 15 дней. И стоить он будет по себестоимости примерно 622 евро, а в наших условиях может и дешевле. Он состоит из шредера, экструдера, инжектора и пресс-компрессора. Самое интересное, Дэйв Хоккинс рассказывает, правда, по-английски, и показывает, как собирать эти части будущего мини-завода. Сборка мини-завода по частям. Вот так можно сделать шредер, на материалы для которого потребуется примерно 180 евро и который вы можете сделать за 4 дня. Создание экструдера, вам потребуется 192 евро и 5 дней. Как сделать инжектор, приготовьте 130 евро и освободите 3 дня работы. И, наконец, как сделать пресс-компрессор, вам потребуется 120 евро и 3 дня на работу. Создатель пластикоперерабатывающего мини-завода готов делиться с вами не только видеоинструкциями, но он дает и полную документацию на его создании. Можете скачать по этому адресу, precheusplastics.com/yen/videos. В чем будет заключаться ваш бизнес? С помощью данного завода вы можете 1. Заниматься творчеством. Творчество – это еще не бизнес, но возможность заявить о себе и подготовить будущих клиентов к покупкам ваших изделий. 2. Продавать полученные изделия в своем городе и через интернет. 3. Можете организовывать школьные экскурсии, чтобы дети видели, как из одних вещей можно создавать другие. Во-первых, наглядно продемонстрируете им закон сохранения вещей в природе, что выкинутые ими вещи сами по себе не исчезают и ни в чем не растворяются. Этим призовете их к благому делу, не разбрасывать вокруг себя и своего дома мусор. Во-вторых, покажете им, что и как можно создавать из пластика, пусть они даже принесут с собой по несколько пластиковых бутылок и понесут обратно домой полезные для быта вещицы. 4. Можно проводить ставшие модными на Западе и постепенно внедряемые в нашу жизнь мастер-классы типа «Сделай сам своими руками оригинальный подарок». Люди будут приходить к вам со своим пластиком, или покупать его у вас, если не найдут нужного цвета и фактуры, и, пользуясь вашими молдами или экструдером, смогут сделать оригинальный подарок своими руками для близкого человека. 5. Получаемая при помощи экструдера пластиковая нить может использоваться в других производствах, то есть вы можете найти их промышленных потребителей и продавать получаемые цветные нити из пластика в промышленных масштабах. Если вам что-то еще осталось непонятно по технологии создания мини-завода и производства из переработанного пластика, подробную информацию вы можете найти на его сайте precheusplastics.com. Продвижение бизнеса. Продвижению вашего бизнеса может помочь обозначенная вами миссия сохранения окружающей среды. Так как 1. Продукцию, помогающую сохранять экологию, покупать приятнее. 2. Местные СМИ обязательно расскажут о вашем бизнесе местному населению. Возможно, вы даже примете участие в каком-нибудь местном или областном предпринимательском конкурсе и займете в нем почетное место. 3. Вы можете объявить населению о скупке у них пластиковых бутылок, Дэйв Хоккинс, как указано в его видео,
принимает 1 килограмм отмытого пластика по цене 10 евроцентов. Таким образом, о вашем бизнесе за очень короткий срок может узнать весь город. Пусть вы будете принимать пластик за копейки, народ и за копейки обшарит весь город и его окрестности, очистит его от пластикового мусора, отмоет его, принесет вам, да еще расскажет о вас всем своим друзьям и соседям. Вы еще и городу поможете стать чистым, а чем можете еще раз напомнить о себе местным СМИ и местной администрации, которая, в свою очередь, может использовать этот положительный факт в свою пользу при написании очередного отчета. Подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.